Hello, мои дорогие френды, и добро пожаловать в игру Sims 4. И сегодня будет наша с вами любимая рубрика под названием «Чудо генетики у животных». Да, друзья мои, мы с вами смотрели уже и просто чудо генетики собак, просто чудо генетики кошек. Мы смотрели с вами, что будет, если скрещивать лисицу с другими представителями, енота с другими представителями. Ребят, если что, сразу скажу, нельзя скрестить в этой игре лисицу с енотом, потому что один это кошачий, другой это собачий. Все, нельзя их скрещивать, поэтому попрошу вас, не пишите этого, в этом нет необходимости. Вот я вам сразу же говорю, невозможно это. Итак, сегодня мы с вами попробуем скрестить собак, но мы сегодня с вами попытаемся исправить ошибку, которую я, к сожалению, в предыдущих роликах совершила по поводу окраса, чтобы у нас, знаете, такой вот совсем ярко выраженный получился, скажем так, наш чуд генетики. Итак, у нас есть собака. У нас есть собакена, это у нас получится девочка. Она у нас как бы пудель, но, как вы понимаете, пуделя у нас тут не будет. Итак, начнем мы с вами с породы. Нам нужно 6 раз нажать на кубик. Ребята, 6 раз. 6 раз, это ж какой капец-то. Ну что, я думаю, что мы будем с вами начинать. И рез... Так, ну это мне уже нравится. 2, 3, 4, 5, 6. Кратенько напоминаю всем, кто не знает, в чем суть челленджа чудо генетики. Нам нужно с вами с помощью кубика, с помощью выпавшего числа на кубике нажимать, на все кубики вот эти понажимать, которые у нас здесь есть по показателям, и получить сначала, как в нашем случае, маму, потом нам нужно получить папу, и посмотреть, какое же получится потомство у наших животных, ну или же симов, в зависимости от того, за кого вы играете и какой челлендж хотите выпустить. Так, ну что, давайте-ка мы с вами перейдем к телу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, неплохо, неплохая мамочка уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прекрасно, еще и хвостик бубликом. Вот это самое угарное, ребят. Вот в этом была моя ошибка, да, я бы уже потом поняла, что в этом было у нас режим окрашивания, случайный выбор. Нас интересует вот этот кубик, поэтому мы должны нажать раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, вот это уже интересно, потому что у нас тут, как видите, будут разные варианты окрашивания кубиком. Слушайте, а если мы вот этот нажмем? Давайте проверим, что у нас будет. Раз. А, все, понятно. Это нас не интересует, этот режим окрашивания. Значит, сейчас мы выбираем вот эти кубики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ху-ху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Неужели у нас ничего угарного у мамы не получилось? Ладно, допустим, такого цвета есть собаки. Будем считать, что есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребят, что-то она у нас уменьшилась сразу же, как шерсть убрали. Значит, давайте перейдем к голове, а потом уже перейдем к нарядам. Смотрите, какая грустная. Мне даже жалко, это был кокер... Кокер-пудель. Уже это не кокер-пудель, это уже не знаю кто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, отлично, по-моему, мы к тому же вернулись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребята, мне становится страшно немножечко, вот совсем чуточку, потому что нам теперь осталось только ее одеть. Посмотрите, это наша мамочка. Ребята, это мамочка. Давайте переоденем, чтобы совсем была вот по красоте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хо-хо-хо-хо-хо! Ребята, посмотрите. Смотрите, какая милая мамочка у нас получилась. Слушайте, я надеюсь, что с ней все в порядке будет. С тобой же будет все в порядке, кокер-пудель. Знаете, вот судя по ее выражению морды, я думаю, что мы даже с вами ей подберем какие-нибудь черты характера. Давайте она у нас будет какая-нибудь ошалевшая. Давайте шаловливая она у нас будет. И мне кажется, что она будет боязливая. Слушай, по-моему, ты не очень красиво поступила. В общем, друзья мои, вот такая у нас получилась мамочка. И теперь нам нужно добавить ей мужа. Мужа-мальчика. Так, значит, мальчик. Отлично. И давай поехали. Ты у нас смешанная порода. Сейчас ты будешь такая смешанная. Ты у нас и не просто смешанная будешь, а еще и смешная. Раз. Так, тихо. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.
А, так, ребят, у нас похоже получается. Ну ладно, ничего страшного. Честно говоря, я думала, что у нас будет побольше собака. Я думаю, что мы с вами попробуем еще второго мальчика сделать побольше, потому что как-то получается у нас будет очень похожая порода. Хотя не знаю, сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в принципе, неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, раз, два, три, четыре. 5, 6. О, ребята, тут выбор будет хороший. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я хотела голубую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребята, как вам наш папочка? Прекрасный, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, красно-розово-серая собака, ребят. Я не знаю, вы такую видели, я лично нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, ребята, это нечто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прекрасно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У-ху! Раз, два, три. 4, 5, 6. Слушайте, какая-то она совсем перешуганная. Так, ну это нас режим не интересует. У нас осталось что? Нам осталось только и приодеть. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ребят, у нас какая-то единорожная семья получилась. А судя по ошейнику, мне кажется, что у нас мальтийская болонка, ребят, если вы не в курсе. Да, вот именно так, ребят, вас всегда вводили в заблуждение. Это у нас настоящая мальтийская болонка. Мальтийская болонка, прошу прощения. Значит, смотрите, я думаю, что она у нас будет любопытной, судя по ее внешнему виду. И еще я думаю, что... Так, какой-то у нас будешь обжорливый. Вот все, вот я думаю, что у нас будет такой папочка. Ну что, давайте посмотрим. Значит, наше чудо генетики в деле. Вместе с... Так, родитель... Стоп, 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 стоп. Это получается, нам нужен ребенок. Создать его ребенка с вот... Ребята, посмотрите, какая милашечность у нас получается. Да ладно. Неужели у нас получится вот такой вот милый щенок, вот таких вот родителей забавных? Ну-ка, покажись нам. Ребят, так он абсолютно нормальный. Это мы еще с вами не нажимали на кубик. Так, а ну-ка, давай посмотрим, каким ты будешь большим песиком. Такс. Ребят, так нормально. Ну, как вам сказать? Конечно, так вот немножечко он угашенный. Но в целом мне очень нравится то, что получилось. А ну-ка теперь давайте самое интересное. 6 раз нажмем на кубик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хоу! Ничего себе, друзья мои! Ничего себе, песик! Вот он у нас, знаете, точно в папку пошел. А ну-ка покажись. Прекрасно. Красный животик, ребят. Смотрите, какая интересная порода у нас получилась. Ну-ка, и большой. Чего? Чего это у нас получилось, ребят? Это какая-то адская гончая. Я не знаю, почему я сразу вспомнила сверхъестественное и адских гончих, но, блин, за счет вот этого окраса и, знаете, такие ушки, как у летучей мышки, что-то мне стало страшно. Знаете, если бы я на улице такую увидела собаку, мне бы действительно было страшно. Ну что, я думаю, что мы с вами давайте попробуем еще взять, попробовать взять одного мальчика, только уже большого. Давайте посмотрим, потому что хотелось бы посмотреть микс из нашей мамочки с каким-то большим псом. Так, поехали, раз. Так, это у нас кто хоть? Нам нужен мальчик. Раз, тихо. Два, три, четыре, пять, шесть. О, вот у нас уже большой выпал, это хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прекрасно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ху-ху-ху-ху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребят, у нас желтый пес. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы шутите? Это у нас такой папа? Откуда ты такой папа, уважаемый? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мамочки. Ребят, по-моему, это самая угарная собака, которую я когда-либо видела. Ребят, вы должны поставить лайк за такую морду. Вы должны поставить лайк за такого милого песика. Посмотрите на него. Посмотрите, какой милашный. Так, ну ладно. Раз, два, три.
Три, четыре, пять, шесть. Такс, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вау. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребят, у меня слов просто нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я вам говорю, я покажу после записи этого ролика Олегу. Я думаю, что он просто тоже угарнет. Посмотрите на эту собаку. Ребята, это, по-моему, самая смешная собака, которая у нас с вами получалась. Так, ну давайте одежду выберем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот только что был бантик, он был очень няшный. Ну ладно, будем без бантика. Я думаю, что мы сразу же с вами... Это черно... Какой черно-подпалый кунхаунд. Ничего себе порода. Знаете, я думаю, что он у нас будет... Ну хорошо, пусть будет ищейка, мохнатый и умный. Вот у нас будет умный песик. Ну что, вы готовы посмотреть на его? Ребята, ребят, я готов. Слушайте, да ладно. Обычный у нас милый щеночек получился. Вы шутите, что ли? Смотрите, и расцветка такая вот приличная. А теперь давайте посмотрим, каким бы он был взрослым. Так, ты же у нас... правильно, это же у нас девочка, да? Хорошо. Так. Ну, в принципе, знаете, ну, неплохая собака получилась. В принципе, симпатичная. А теперь давайте, ребят, к самому смешному. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребята, знаете что? А я вот сейчас кое-что еще угарное сделаю специально для вас. Только давайте сначала досмотрим наших щеночков и собачек. Мамочки, ничего себе пес у нас получился. Ребят, по-моему, этот еще смешнее. Кого-то он мне напоминает, ребят. Я вот не знаю кого, но кого-то он мне точно напоминает. Знаете что, вот меня очень тут вдохновило, что у нас тут есть вот такой вот вариант. Ребята, посмотрите, какие бы у нас были дети, правда, учитывая, что это два мальчика. Посмотрите на этих собак. Вы только посмотрите на этих собак, которые у нас получаются, если скрещивать вот этих двоих. Вот этот угарный. Посмотрите. Ребята, все, я нашла топового угарного пса. Все, вот он самый угарный, который мы видели. Хотя нет, возможно, это и не самый угарный. Ну что, я надеюсь, что я вам немножко подняла настроение и себе его подняла выше гор, потому что таких угарных песиков я еще, наверное, в жизни точно не видела. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, поддерживайте лайком. Будете очень меня радовать. Нажимайте на колокольчик возле подписки и заглядывайте почаще на канал. Постараюсь побыстрее выпускать новые ролики по чудо-генетику и симов, и кошек, и собачек. Всем удачи, добра, позитива. Увидимся в новой серии. Пока-пока!